Григорий Корин. Я вернул золотое время. Я вернул золотое время из карманных часов отца, словно сел в золотое стремя и уже не догнать гонца. Так предсказывали стрелки мне грядущее время мое. Побывали в такой переделке, что казалось кончено все. Я закрыл золотые крышки воскрешенных часов буре и услышал без передышки обращенный зов на заре. Сверх не будет ни дня, ни минуты, сколь бы я ни просил, не дадут. И не выйду, не спрячусь от смуты, ей вовек не кончится тут. Да и звон, золотой отголосок, звук небес в голубой вышине, неоконченный кем-то набросок, сон в дороге, приснившийся мне. А предстать придется пред Богом вместе с матерью, с братом моим. Звон проснется в кармане глубоком, бьют часы наш домашний гимн. И летим мы из сказочной книжки, одержимы желанием одним. И раскрыты два солнца, две крышки, жар небесный с притихшим земным.